Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр Фанкам. На Honda CR-V3 установили головное устройство на базе Android от компании Gunbox. Модель H-Line, диагонали экрана 9,5 дюймов и разрешение экрана 2К. Ставит штатное место автомобиля через специальную переходную рамку, которая идет в комплекте. Все выглядит максимально аккуратно, встает без щелей, без зазоров, по проводке подключается разъем. Проводка под конкретный автомобиль также идет в комплекте с магнитолой. Единственная доработка здесь по автомобилю была, это подключение сабвуфера. Вручную пришлось переделывать проводку и подключать сабвуфер. Так как это американская версия автомобиля, поэтому здесь в комплектации идет штатный сабвуфер. И вот пришлось немного доработать, чтобы его подключить. Но в целом все подключилось нормально, все работает корректно. С габаритами адаптировали. При переключении габаритов автоматически меняется дневной и ночной режим и регулируется яркость. Яркость также можно регулировать вручную. Кнопки на руле все работают. Громкость, переключение треков и кнопка Mode переключает между всеми источниками. Бардачок вводится на дополнительные USB-порты и слот под SIM-карту для подключения к интернету. Также подключиться к интернету вы сможете, раздав его со своего мобильного устройства, а в USB-порты подключить флешки, жесткие диски с мультимедией, с музыкой, с фильмами. Дополнительно установили камеру заднего вида. Включается она автоматически при включении задней передачи. У нас достаточно широким углом обзора 170 градусов. Все прекрасно видно по краям автомобиля. Картинка Full HD, достаточно высокая. Есть настройки по цветности, яркости, контрастности и настройки парковочных линий. По магнитоле это одно из лучших решений на данный момент на рынке, с самым высоким разрешением экрана. Экран очень насыщенный, яркий, на солнце практически не бликует. Отклик по сенсору достаточно хороший, все очень быстро работает. Работает на полноценной Android-системе, поэтому доступны все современные мультимедийные возможности. Можно скачивать любое приложение из Play Market, и самые популярные здесь уже предустановлены. YouTube, Яндекс.Музыка, Яндекс.Навигатор, Кинопоиск и множество других. Есть эквалайзер для настройки звука, возможность подключения телефона по Bluetooth для прослушивания музыки либо для громкой связи. Возможность подключить Android Auto либо CarPlay как проводным, так и беспроводным способом. Очень удобная функция разделения экрана, где можно открывать два приложения. Можно включить какое-то музыкальное приложение и, например, Яндекс.Навигатор, чтобы следить за маршрутом. Обращайтесь в нашу компанию, у нас вы сможете найти большой выбор различных мультимедийных систем и прочих дооснащений для вашего автомобиля. Наши менеджеры обо всем расскажут и подберут лучший вариант. На данном автомобиле есть различные варианты мультимедиа. Более подробно вы можете узнать у нас на сайте. Также есть установочный центр в Москве и в Питере, где наши специалисты грамотно установят и настроят дополнительное оборудование. Есть доставка по регионам с постоплатой, вы сможете принять товар, проверить его и только после этого платить. И есть своя служба технической поддержки. Обращайтесь, будем рады помочь. Всем удачи!